200 рублей из кошелька, золотые серьги и кое-какие продукты. Всего этого лишилась пожилая женщина из города Старый Крым. Двое неизвестных ночью разбили ее окно и заставили открыть дверь. Лица были закрыты капюшонами. Бабушка, думая, что пришел внук, впустила неизвестных. И сразу сказали, давай деньги. Ну, у меня в кошельке было 200 рублей. Я выняла, сразу отдала ему. Давай золото. Я говорю, нету золота. Он меня вот ударил, туда я полетела, упала. Я внуку сигареты покупала, чай забрали. И тут пришли у меня, было давление плохо, то я коньяк тут был, то они забрали. Грабеж готовился заранее. Двое парней знали, что в этом доме живет одинокая старушка. Вот только выяснив, что ничего ценного у нее не оказалось, разъярились. Дело дошло до рукоприкладства. Кухня, это так можно назвать, где холодильник стоял. Он туда шел, толкал ее. Я за ним, выключился свет, короче. Он включил на телефоне фонарик. Он туда уже ее, толкнул ее или ударил, я не помню, бабушка упала. Я говорю, ну что ты делаешь, типа, она не спотыкнулась, типа. А он ее вроде ударил бы сперва. С места происшествия грабители скрылись, но быстро были пойманы. Ими оказались ранее неоднократно судимый 25-летний местный житель и его 18-летний знакомый. В этот же день был задержан один, совершивший разбойное нападение, и через день был задержан второй его подельник, который дали признательные показания. Указанным гражданам, задержанным за совершение данного преступления, грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Марина Павлова, служба новостей ИТВ, Старый Крым.